И еще о дорогах, но уже о железных. На скоростную пригородную электричку «Ласточка» в скором времени вновь можно будет купить билет с указанием места. Пронумерованные места будут располагаться в отдельном вагоне. Поездка с комфортом обойдется пассажирам дороже. Километр проезда будет стоить 3 рубля 80 копеек. То есть цена билета от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга составит 605 рублей. Это на 26 рублей дороже проезда в обычном вагоне. Нововведение заработает во второй половине июля. Добавим, что стоимость билета на «Ласточку» без указания места не изменится. А в праздничные дни скоростная электричка до северной столицы будет ходить сдвоенным 10-вагонным составом.